Мы приехали в Аннолово выбрать и посмотреть бытовочки. Посмотрим, что из этого можно выбрать. Потому что нам надо на участке строительство начинать с того, чтобы поставить бытовку, в которую к нам заедут строители и начнут строить дом. Так что приветствую, друзья, вас на нашем канале. Оставайтесь с нами, смотрите. Будем вместе с вами выбирать бытовочки. Здравствуйте. Да ладно. Да, там на очередь пойдет продаж. Да ты что? Нам надо, Денис, две комнаты. Нам надо на две половины. Да. Две. Да. Видите, когда большой выбор, оно всегда так. Вот, на две комнаты. Типа вот такой вот. Одна комната. Нам нужен один. Один вход? Да. Мне кажется, не собаки бегают. Вот она. Вот он, вход по цене, но она без окон. Видишь? Можно заказать окон. А, не, она просто одним помещением. Да? Она просто одним помещением. Не-не-не, там где кровать. Да-да-да-да. Короче, надо идти в отдел продаж. Где там будет маленький, комнатка маленькая. Ту-дум! Как-то... А там еще можно посмотреть. Да, мы сейчас туда еще пойдем. Я вот здесь. Кнопка такая с окном для собаки. Ага. Вот она. Вот она. Центральный вход. Окошечки. По центру. И две комнаты. Две комнаты. Здесь кровати. Здесь кровати. Здесь печка может стоять спокойно. Ну да, здесь открывается. Двери закрыли, натопили. Угу. Как-то так, да? Ну, я только сделаю, видишь, еще лежит, чтобы не ходили, да. Люди. Окошечки-то евро. Приятные окошки. Но это маленькое. А? Ну да, в принципе. Не, ну вот эта вот будка собачья с окном мне очень нравится. Вот это? Или это бани? Не-не, это бытовки все. Здесь баня, а это баня. Смотрите, шикарно. Заходите. Ох ты, ёлки-палки, вот это красота. Смотри-ка, а. Лифт сразу, здесь лифт. Ермак. С банькой, попариться. Шикарно. Маловато. Ну, это для двоих. Ну да. Для двоих нормально. Четвером нормально. Главное. На сайт надо зайти, посмотреть. Пойдем сходим еще на этот. Вот смотри, еще бытовка какая есть. С дровяником сразу. Дровяник. И бытовочка.
маленькая. Она маленькая, нам нужна большая. Потому что у нас, вот смотри, производство, кстати, доски, бревна здесь. Ты смотри. Да. Вот хороший гравий. Столбы засыпать. Вот мне такой гравий нужен. Вот такой мелкий гравий для засыпки. Вот дверь по центру. Я вас сюда звал. С этой начать хотел смотреть. Подержи камеру, я открою. Ох, разбухло. А? Разбухло. А у меня ничего. Снизу. Ну, смотри, смотри, вот здесь можно поставить 2 яруса, стол для еды и быту, и поставить туда буржуйку. Правильно? Обогрев всего помещения. Да. Ну, а здесь девчонкам 2 кровати поставить и тумбочку какую-то. Что вот это? А? Ну, это бумага. Пристрелена и все. Отвалился. Так она... От влаги. Она по-другому не будет. Или делать на бревна. На... Мне вот та больше понравилась. Какая? 2. Из дерева внутри. Да. Ну, а у нее цена. У этой будет цена 32, а у той будет 57. Ну, да. Вот и все. Ну, это... Ну, лет на 5. А потом она начнет... А? А, ну это другой вопрос. Что-то мне кажется, она у них очень давно стоит. Девушка, извините, а это ваша бытовка, да? Да. А какая у нее высота по самому верху, по краю? Ну, не помню. Наверное, 2,5 или 3? 3, навряд ли 2 с чем-то. Потому что высота внутри же, она классная. Молодой человек! А высота по верхнему краю сколько у нее? Бутовки? 2,5? Самой бутовки? Да-да-да. У менеджеров надо, они разные все. Самое большое, это с коньком посередине. А, вот такие, да? Он говорит, вот с коньком посередине, а не выше. Ну да, что этот верхний, что эти верхние, все одинаковые. На блоке или между блоки будешь ложить, между лагами. Раз, два, три. По краям? Раз, по краям, под лаги поставлю. А, эти под сам... лаги? Под лаги. Высоко она. Там просто свеженькая, это зашла и все. Кстати, опилки нам надо будет, да? Лин. Это с дровником. А. Неоновый. А, да. Вот печка. Это баня, по-моему. Это баня, да. Вот это вообще классная баня. Лучше, чем та. Она такая прям. Ну, в общем, друзья, как-то вот так, вы видите, да? Посмотрели мы бытовочки. Что, чего. Теперь надо как-то определиться нам с тем, что есть, и с тем, что мы хотим.
Ты за кем? Вот эти девушки. Ладно, отдел продаж. Так что вот так как-то, друзья. Будем решать, принимать решения, а потом поделимся информацией с вами.